Только призовые места. Таков результат, с которым вернулся коллектив с чемпионата. За почти 10 лет своего существования Extreme Dance положил в свою копилку большое количество медалей и завоевал множество кубков и дипломов. В его составе более 100 человек. Это ребята в возрасте от 6 лет и старше. Уже сложились 4 основные группы, которые выезжают на соревнования и представляют наш город и нашу страну. Это младший, средний, взрослые составы и так называемый мини – дети от 6 до 8 лет. На чемпионат России выезжали все группы, и каждая показала класс своей категории. Подготовка уже как бы серьезная. То есть все занимаются серьезно, усиленно, все знают свою цель в жизни, что это не хобби, это как работа уже. То есть они уже как бы город знает, на кого опираться, когда выступает наш коллектив, приглашают на хорошие, серьезные мероприятия, чтобы было достойно выступление. Таня занимается в студии современного танца год. Увидев однажды статью, в которой говорилось про очередную победу коллектива на соревнованиях, она решила тоже записаться на занятия. И не пожалела. Девочка уже сольно выступает на соревнованиях. Я танцевала в номинации фри-шоу акробатическое и заняла 3-е место. Лера, как и Таня, в коллективе год и также добилась немалых успехов. Она уже выступала соль на соревнованиях в Венгрии, Евпатории и Белгороде. Где-то узнала то, что вот тут есть, занимаются дети, и я решила попробовать, мне понравилось. Чемпионат России в разумном стал первым этапом отбора на чемпионат мира, который будет проходить в мае 2011 года в Италии. Староскольские ребята уже завоевали себе путевку на него. Они набрали большое количество баллов и уже точно попадают в сборную страны. Выступать на мировом уровне для коллектива не впервой. Они трижды принимали участие в чемпионатах мира. В 2008 в Хорватии, в 2009 в Испании и в этом году в Венгрии. Чтобы занимать первые места, нужно опыт. А чтобы опытом набираться, нужно выезжать на соревнования. То есть мы выезжаем уже каждый год неоднократно. То есть у нас будет перед миром выездов 6. Это Ялта будет, Днепропетровск, Воронеж, Курск. То есть будет много всяких соревнований, чтобы мы могли найти свои ошибки, свои слабые места, чтобы поработать перед чемпионатом мира. И уже на чемпионате мира показать хорошие танцы. До первенства мира еще много времени, а пока коллектив готовится к очередным соревнованиям.